Приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. Как пережить денежную потерю каждому знаку зодиака? В сегодняшнем видео вы все узнаете. Каждый человек в жизни может столкнуться с финансовыми трудностями и денежными потерями. И зодиакальный знак способен повлиять на то, как люди воспринимают и переживают подобные ситуации. Но лучше быть подготовленными к различным неприятным событиям. Как знаком зодиака избежать финансовых трудностей и достойно пережить денежные потери? Овен. Эти знаки обладают сильным характером и решительностью. Им свойственно действовать быстро и решительно. При финансовых трудностях они могут склоняться к рискованным решениям, поэтому им важно быть осторожными и обдумывать свои действия. Для представителей есть приоритетом сохранять позитивный настрой и направлять свою энергию на поиск новых возможностей. Телец. Представители обычно довольно стабильны и практичны в финансовых вопросах. Они по своей природе консервативны и не склонны к риску. Когда знаки встречают финансовые трудности, они могут упасть в состояние стресса и тревоги. Для них важно сохранять спокойствие и обратиться за советом к опытным и надежным людям. Также им рекомендуется подготовить, изменить свой образ жизни и принять более экономные решения. Близнецы. Знаки обладают хитрым умом и множеством идей. Они часто находят способы избежать финансовых трудностей и пережить денежные потери. Благодаря своей подвижности, коммуникабельности, они могут найти новые источники дохода или возможности для восстановления. Хотя представителям необходимо быть более организованными и установить приоритеты в своих финансовых делах. Раки. Они чувствительны, эмоциональны, поэтому внезапные финансовые трудности могут быть для них очень стрессовыми. Знаки способны склоняться к экономии и избегать риска, но иногда им необходимо выйти из своей зоны комфорта. В непредвиденной ситуации представителям важно рассматривать новые возможности и прислушаться к советам других людей. Также поможет установление бюджета и финансового планирования. Лев. Им нравится быть в центре внимания, поэтому финансовые трудности могут серьезно повлиять на их самооценку. Важно, чтобы знаки сохраняли оптимизм и уверенность в себе. Им необходимо смело использовать свои таланты и навыки, чтобы найти новые возможности заработка. Также им следует быть осторожными с тратами и избегать излишеств. Дева. Эти знаки всегда организованы и внимательны к деталям, хотя данный факт не всегда может помочь им преодолеть финансовые трудности. Важно для них оценивать свои навыки и ресурсы, чтобы найти новые пути заработка. Они могут быть полезными в планировании бюджета и контроле над тратами. Представителям также необходимо доверять себе и не сомневаться в собственных способностях. Весы. Звездные представители всегда стремятся к гармонии и любой ценой избегают конфликтов. У них могут возникнуть трудности с принятием сложных финансовых решений. Важно им освоить принцип принятия правильного решения и не откладывать их в долгий ящик. Для полной финансовой гарантии им в некоторых случаях понадобится помощь специалиста. Скорпион. Знаки склонны к интенсивным эмоциям, поэтому финансовые трудности могут вызвать у них стресс и тревогу. Чтобы преодолеть финансовые потери, им нужно научиться контролировать свои эмоции и сосредоточиться на решении проблем. Представителям рекомендуется использовать свою интуицию, чтобы найти новые возможности для заработка. Стрелец. Они обычно оптимистичны и полны энтузиазма, хотя также могут быть неосторожными в отношении доходов и расходов. Когда знаки сталкиваются с финансовыми авралами, им необходимо проявлять больше ответственности и осторожность в своих материальных решениях. И часто опытные люди готовы им дать отдельный совет. Козерог. Знаки обладают преданным отношением к работе и могут преодолеть и денежные потери благодаря своей упорной и целеустремленной натуре. Они умеют планировать и придерживаться бюджета. Когда представители сталкиваются с финансовыми трудностями, им следует пересмотреть свои цели и амбиции и приспособиться к новым обстоятельствам. Водолей. Представители обладают творческим мышлением, поэтому умеют находить нестандартные решения. Когда у них на пути возникают трудности финансового плана, им может пригодиться их инновационное мышление и способность к адаптации. Важно для знаков быть гибким и не бояться изменений в своих финансовых стратегиях. Рыбы. Знаки часто живут в своем мире фантазии и эмоций, поэтому финансовые трудности они воспринимают в виде тяжелого проклятия. Они умеют устранять проблемы и подавлять свои эмоции. Для них важно научиться ставить ограничения и принимать ответственность за свои денежные решения.
Каждый человек может столкнуться с финансовыми трудностями и пережить денежные потери. Важно помнить, что черная полоса – это временное явление, поэтому все проблемы можно преодолеть. Самое главное – это верить в себя, оставаться терпеливыми и готовыми к изменениям в своем подходе к финансам.